Всем привет-привет! Сегодня у нас 26 апреля. Вышли с Харлейчиком на уличку. У нас сегодня солнечно. Тепленько, даже жарко. Вышли на прогулку, да? Да, Харли? Что, страшно? Не бойся. Мы в этом месте уже были, он должен, в принципе, более нормально себя вести. Ой, цветочек нюхай. Вот такой вот наш. Харли, иди сюда, иди сюда. Нет, я-то вокруг дерева ходить с тобой не буду. Походу буду. Походу буду, да? Наш мальчик Харлейчик продается. Малыш рожден 21 августа 2021 года. Вот такой вот бело-шоколадный. С подпалом мальчик. Идем сюда, зайчонок. Идем назад, назад, назад. Там дорога, люди ходят. Залазь. Запрыгивай. Мальчик весит 2,5 килограмма сейчас. Походу, я за ним буду ходить. Так, я говорила, мы находимся в Симферополе, Крым. Доставка у нас есть. Так что город уточняйте. Номер в описании под видео. Малыш активный, игривый. Приучен к пеленочке. Ходит только на пеленочку. Но также мы ходим на улицу, приучаемся к улице. Кушает корм и натуральную пищу, как кашка там. Идем, не надо. Сейчас влезешь. Потом мыть тебя буду обратно. Вот такой вот наш лопоухий малыш ждет свою мамочку. Что там, новые запахи, да? Нет, туда нельзя. Кто там? Люди ходят, да? Нет. Там с колясками ездить нельзя. Все, нагулялся. Со своими собачками, с девчонками я гуляю около часа. Мы гуляем. У нас Мэри очень любит гулять. Ева, конечно, сейчас меньше гуляет. Она вышла, сделала свои дела и домой сразу. У нее дети, она мамочка у нас. Харлея мы потихонечку приучаем. Нет, туда нельзя, там дорога. Мы живем возле дороги. Из-за этого мы гуляем только на поводке. Пошли. Идем, идем, пошли. Кто там? Дети бегают? Идут, вернее. Вот такой вот наш красавчик. Да? Скажи, я красивый. Я красивый, молодой, холостой. Что там такого? Ты мое чудо. Пошли.
Идем, я тебя поведу новыми тропинками. Да, ходи рядышком, рядышком. Он до этого не умел ходить на поводке. Все, боялся его. Ты должен идти впереди, а я за тобой. Пошли. Вот так вот, да. Да, пошли, идем, идем. Идем, идем, идем. Пошли, пошли. Да, ты же меня охраняешь. Пошли. Вперед, вперед, идем, идем. Идем, идем. Пошли, пошли, пошли. Идем, идем. Пошли, пошли. Пошли. Идем. Идем, идем. Учись на поводке ходить. Ребенок в школу пошел. У нас дети учатся в две смены. Сейчас вторая смена начинает. Во, умничка, умничка, мой хороший мальчик. Посмотрим на цветочки, пока Харлей делает свои дела. Молодец, молодец, мой зайчик, умничка. Пошли. Идем. Все, дела сделали. Пойду похвалю.